Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю влог, ну такой как немного обо всем. Младший у меня пока так и не ходит в садик, ну мы пока немножко так раскачиваемся, скажем так. Вот, и старший уже в школе вовсю, уже уроки вовсю сдают, в общем, все как всегда, вот. И мы сейчас поедем забирать старшего со школы, мы ездим, ну, езжу с младшим вместе, он меня очень любит, потому что мы с ним заходим еще в магазин, вот, сегодня хочу купить мяско там или что-нибудь такое, надо зайти вот в лавочку, которую я вам говорила, это лавочка, ну, типа там белорусские товары, там, ну, в общем, такое продуктовое, как бы, и свежее мясо, и фарш они там самыми крутят, и всякие колбасные изделия, молочные. Ну, в общем, такое все, такой маленький магазинчик, очень мне там нравится. Там неплохие цены, вот, ну, может быть, чуть-чуть подешевле в ленте, но очень хорошего качества. Все мне очень понравилось. Я вот прошлой зимой до карантина, скажем так, да, я ходила в этот магазинчик, мне он очень нравился, вот, и плюс вообще планирую сегодня заскочить в Фикс Прайс, хочу купить там вешалки и ватные палочки, ватные диски, ну, не знаю, что у нас получится, в общем, сейчас поедем с маленьким. Торопилась, приехала к школе забрать старшего пораньше, и вот, теперь, девочки, сижу в машине, жду, пока у меня ребеночек проснется. Жалко будить. Такая у нас сегодня хорошая погода. Классно. Ой, да. Ну что, приехали мы домой, зашли в магазинчик, вот, который я в прошлом году еще там такие, ну, типа фермерские, ну, что-то типа того, белорусские, там, в общем, разные товары. Вот, купила я фаршик, килограмм здесь. Это домашний фарш, они его сами там, ну, у них стоит это, господи, как у него, мясорубка, они сами там делают, очень, кстати, хороший фарш. Купила также свои, вот она, ждет уже, да, скажи, я уже жду, своей подружке вот такую косточку, косточку будешь, да, вот она хвостиком мне махает, да, скажи, я буду косточку, вкусно мне будет, вот, сейчас отдам ей. Такую косточку сахарную, это говяжья косточка, и можно такое. Дальше здесь маленькую сметанку 15%, а вот здесь вот творог в сливках, я его в прошлом году покупала, он очень вкусный, безумный, просто классный. Также нарезку колбаски взяла, вот такую, и вот такую-то я взяла последнюю. Вот это прямо такая, видите, очень такая прям вкусная-вкусная должна быть. Я еще собираюсь делать салатик оливье сегодня, поэтому взяла горошек и колбаску вот такую, докторскую вареную, сказали, хорошая колбаска. Вот. И еще здесь вот эта вот наклеечка у меня, это я взяла вот такой хлеб. Матнакаш, наверное, я не знаю, что это такое, но должен быть он такой мягенький, прям должен быть очень-очень вкусный. И еще батон и масло. Вот это масло вологодское. Тоже очень вкусное, хорошее, я тоже там его как-то уже брала. Так что вот такую небольшую покупочку сделала. Сейчас буду готовить салатик оливье и котлетки как раз хочу сделать. Мои девочки, постелила ей тут. Вот так, сейчас из пакетика. Вот так. Давай, только на улицу не уходи. Здесь кушай. Постелила ей постельное, чтобы не разгрязила все, да? Ой, ты моя сладкая. Я ей там постелила, значит, а она все равно пошла на улицу. Я просто на улице не даю грызть, иначе она, ну, вся в песке, в грязи будет. Потом все это проглотит, будет плохо. Бося! Бона! Все, она занята. Все, у меня ребенок будет вот этот вот довольный. Теперь на несколько дней занят. Просто. Наконец-то мама косточку купила, да? Ой, ты несчастная моя девочка. Да. Вот такие косточки, девочки, можно кушать. Это сахарные косточки, они называются. Специально покупаю самую большую, чтобы она ее... Ну, потому что она разгрызает и потом проглатывает. Вот чтобы этого не было, я ей самую-самую большую беру. Чтобы она не проглотила. Вот, сейчас все там повалит, будет грязное. И все съест. Бося. Все, она не может. Еще мы зашли в Фикс Прайс. Сейчас покажу, что купили. Во-первых, я
купила вот такие вешалочки. Вот такие они были одни. Мне они очень нравятся. Прикольно всякие, ну, вешать. Не соскальзывает. Очень классно. Люблю вот эти вешалки. И еще взяла вот такие вешалки. Одну упаковку. 55 рублей стоили. А вот эти 77 рублей. Я, кстати, в фикс-прайсе, мне кажется, все время беру вешалки. Они там прикольные. Так, дальше взяла себе ватные диски и ватные палочки. Тоже всегда нужно. И взяла пакеты. Пакеты я взяла вот такие обычные для продуктов, большие. И вот такие вот для замораживания. Тоже мне нравятся такие. Вот. Я уже покупала, кстати, в фикс-прайсе такие как-то давно. Ну, подобные, по крайней мере, были. Так, дальше я взяла ребенку в школу вот такую бутылку за 99 рублей. Они у него раскалываются или теряются, что-нибудь с ними происходит, поэтому всегда нужно. Также ребенку в школу пластилин взяла и вот такой клей-карандаш. Там, кстати, неплохо брать вот такие вещи, они стоят там дешевле. Так, это у меня набрал младший мой. Взял себе вот такие раскраски. Он очень любит в последнее время барбосок. И будет раскрашивать Барбоскина. Любит в последнее время смотреть мультик такой. Это тоже у меня взял себе младший. Не знаю, что он будет с ними делать, но сказал, что ему очень нужно вот эти камушки играть для игр. И здесь он взял себе игрушки. Вот такого человека. Вот такого человека. И военные машинки. Ну, конечно же. Вообще, ну, как бы вот эти игрушки, они же недорогие. Ну, сломались, потерялись. И вообще отлично. Отлично. Зато ребенок доволен, поиграл. И также взял себе шарики. Вот такие неоновые какие-то. Тут три штучки, по-моему, 77 рублей. Так, а это он взял брату. Так как у меня уже старший вот в такое не играет, ему это уже все неинтересно. В общем, он ему взял вот такие... Это слайм, да, насколько мы поняли. Ну, старший уже сказал, что это слайм. Вот такой вот. То есть мы ходили без старшего, только с младшим. И еще вот такую мы взяли, магическая какая-то пена. Вроде бы она должна быть черная. В общем, тут я уже разобрал, посмотрел. Какие-то тут перчатки еще в комплект идут. Перекись водорода. В общем, тоже у меня старший любит подобные штуки делать. В общем, будет какую-то пену делать. Вот. Так. Вот это еще какая-то штучка от этого всего дела. Ну, в общем, будет... делать, любит. И немножко вкусностей всяких мы взяли. Вот такие печеньки взяли. Не печеньки, это такие конфеты. Такие ни разу не пробовали, но я думаю, что будет очень вкусные. Потом я, конечно же, взяла себе это с мягкой трюфельной начинкой. Обожаю такие конфеты. Это вообще самые мои любимые конфеты. Но у меня все их едят. Вот, и вот такие еще конфетки, вот такие, кстати, тоже очень вкусные, они из разных цветов, и желтенькие там, и розовенькие, вот, тоже в фикс-прайсе все время беру. Еще взяли, вот они уже тут поели, вот такие желейки, вот, и вот такие вот, очень мне как-то они визуально приглянулись, такие печенечки взяли мы. Что я тут переворачиваю, вот так марка называется, Vision, ну прям они такие, смотрите, какие аппетитненькие, вот такие, это какой-то зефир, зефирная палочка, глазированная, в общем, тоже должно быть вкусно. Так что вот такие вот у нас были покупки, такое все, я пошла за вешалками, ватными палочками, ватными дисками, ну и тут поиграться немножко будет отлично. А еще, девочки, в фикс-прайсе, это у меня младше все. Моему котейке, Бонни, мы косточку купили, а котам ничего. В общем, купили, набор был 55 рублей, две вот такие мышки. Видите, они с бубенчиками. Вот, ну, в общем, кому там? Кошка так вообще у нас, она старенькая, она не играет в такие штуки. И вот такую для кота нашего, Каспера. Ну, чтобы ему обидно не было, как сказал младший, а то всем все купили, а ему не купили. Вот. Только кот мой не особо заценил вот эту штуку. Кажи, ерунду какую-то мне купили, да? Кажи, что за ерунда такая? Что за ерунда? Да? Тебе нравится? А тебе Владик позаботился? Да? Позаботился о тебе. А ты вот такой. Ну, в общем, да, они же уже... Не эти. Они благородные коты у нас. Да? Он же какой?
Не, ну вроде ничего, да? Вроде можно поиграть чуть-чуть под настроение. Это же бубенцы какие-то дурацкие, да? Ничего, начал играть. А то поначалу он даже подходить не хотел к игрушкам. Он мне давно не играет уже в игрушки. Раньше мышки ему часто покупала, сейчас как-то не особо. Он. Да? Дочка же? Ну что, сделала оливьешечку. Вот такой салатик у меня получился. Вот такой прям очень вкусно. Немножко зеленого лучка еще нарвала, но немного, потому что у меня будут детки есть, поэтому они много лука когда не любят. И еще здесь вот пожарила котлеточек. Вот столько у меня получилось. Немножко фарша отложила, потом что-нибудь из него сделаю. Вот, ну, решила не весь, нам много-то не надо. Вот. Но все равно прилично котлеток получилось. Так что вот такой у нас ужин. Иногда балую своих мужчин. Ну, заправила немножко сметанкой. У меня немножко было этого майонеза. В общем, разбавила майонез со сметанкой и заправила. Получилось вот так вот у меня. Не очень жирненько. Вот так вот моя Кися играет, да? Положили мы тут, дети ему положили. Ну, мышку тебе. Какую-то ерунду мне принесли. Ой, да. Что, перевалил мне сынок слайм вот сюда? Ужас, мерзкая жижка, я не люблю вот это вообще. А вот эти шарики оказались светящиеся внутри. То есть вот здесь вот светодиод есть. Я что-то даже не посмотрела. Смотрите. Вот, то есть смотрите, как прикольно. Вот на день рождения, например, да, вот такие шарики. Вообще классно. Какая-то вечеринка, пати домашняя. То есть вот здесь вот светодиод. Видите, вот он содержится. В общем, мы один уже зажгли. Сейчас покажу. Вот мы тут повесили один шарик. Лёва, это Лёва. Лёва тебе повесил? Да. Вот, Лёва какой. Видишь, у тебя братик молодец. Давайте сюда оставим вот этот шарик. Да, давай. Вот, и он здесь вот разным светится. Посмотрите, как прикольно. Вообще очень нравится. Мы один надули. Папа придет, у нас второй надует. Вот. Так что вот такая вот развлекуха у нас тут. Красота, как дискотека. Ага. Волшебную пену покажи. Ну, он как кофе выглядит. Да. Мы думали, она будет черная, она желтая. Ну, это пока что. Ну да. Пена наша растет, да. Желтая. Пусть растет, что тебе? У меня как бы рука есть. У тебя рука в перчатке. Ну, я с вами буду на сегодня уже прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Кися. Кися моя. Сладкий. Скажи, Каспер, говорят, что ты толстый. Слышал? Ты слышал? Говорят, что ты толстый. Девочки, он не толстый. Он мироупитанный мужчина в самом расцвете лет. В самом соку, можно сказать. Ему 10 лет. И там мне кто-то спрашивал, сколько лет коту. 10, и зовут его Каспер. Вот. Он такой в форме еще, да? Скажи, я еще... Лег тут у меня. Думаю, сладкий. Скажи, что-то я устал. Вот. А с этим отношение их с собакой. Собака младше. То есть у нас появилась вначале кот, а потом собака появилась. И кот как бы главнее собаки. То есть он ее, да, он ее может побить. Ну, как бы он ее так не сильно, как бы она уже знает его, поэтому обычно она от него просто уходит. Вот, но он может там, она лежит мимо, пройдет там что-нибудь, хлобысь ей лапой и пойдет дальше. То есть он такой может. Но на самом деле они, ну, нормально, иногда лежат даже вместе. То есть они как-то
нет сильных прямо конфликтов, если только кот не разозлится на нее за что-нибудь. Вот. И собака не отнимает еду у кота вообще. Она всегда ждет, когда он покушает, и только после того она только может есть сама. Знаете, как в прайде, да, вначале главарь там ест, а потом уже все остальные. Вот. Так же у них. Так что вот так вот. Ну, девочки, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.